Один из случаев, если... Не думаю, что лучший матч в Суперлиге пока, но один из случаев. Но прямо было видно, что было два разных тайма. Результат, я думаю, что закономерный. Было приятно посмотреть на поле, когда есть 10 футболистов, 8-10 футболистов сборной России. Эти футболисты показали такой уровень игры. И нам дает надежду на то, что впереди чемпионат Европы они могут повторять и даже лучше играть, чем играли сегодня. И это матч был. Преддверие чемпионата Европы, там главный тренер сборной был на матче, президент, вице-президент ассоциации. И такая обстановка, что вот, нам дала уверенность, что команда сборная, в этой, если есть такие футболисты, может на очень хороший уровень играть. Я соглашусь, как в плане зрелищности игры, от этого выигрывает зритель, болельщики. Уровень подтверждается, Суперлига высокий, когда такие игры есть. И действительно, можно сказать, что были два разных тайма. Первый тайм, наверное, за нами остался, второй тайм больше за «Газпром». И это нормально, потому что команды высокого уровня, собраны игроки высокого уровня, как индивидуально, так и в командных взаимодействиях. И думаю, что действительно равная игра. Конечно, нам чуть-чуть обидно. Почему? Потому что по счету мы вели, не проигрывали, а вели всю игру. И соперник смог вернуться в игру, восстановить вот именно ту интригу, которая вроде бы там при счете 3-0 была явно на нашей стороне. Я дальше думаю только об одном, чтобы пауза, которая наступает, чтобы это было в помощь и эффективно для сборной. Пожелать им удачи, успехов. Почему? Потому что однозначно, что у них есть все для того, чтобы с триумфом вернуться оттуда. Пожелать удачи, без травм, и будем в этой паузе держать за них кулаки, болеть за них. И возвращаться уже ко второй части чемпионата, где все действительно будет решаться, будут игры сложнее, напряженнее. И нужно понимать, что правильно делать выводы, то, что прошли, и дальше двигаться, уже исправлять те ошибки, которые до этого были.